Салют, друзья! Сегодня у нас на обзоре MIDI-клавиатура Airik Keys 37 Pro. Поехали! Что можно про нее сказать? Во-первых, это наличие полноразмерных клавиш. Да, если вот, например, выше MIDI у нее, точнее синтезатор у него мини-размер, то здесь полноразмерные, удобно очень играть на них. Во-вторых, здесь нет ничего лишнего, нет никаких лишних кнопочек, пимпочек, пэдов, что, в общем-то, как мне кажется, не отвлекает от процесса создания музыки. Просто MIDI подключил и играй. Что тут? Октавы вверх переключать есть. Volume. Программа это, по-моему, плагины, сет, ну то есть по минимуму. И нажатие достаточно такое приятное. Сейчас подключим, посмотрим, как она себя показывает при подключении. Итак, друзья, значит, подключились мы к компьютеру, ноутбуку подключается с помощью вот такого провода. Здесь micro USB, здесь стандартный USB. Загорелась лампочка, здесь октава, допустим, ниже, выше. Это так, значит. По идее, это у нас должна кнопка отвечать была за переключение этих плагинов. У меня здесь сейчас стоит встроенный, который идет вместе с MIDI-клавиатурой в комплекте. Называется Sample Tank 3. Вот. Ну, сейчас вот именно такая версия не выпускается, потому что это первая. Сейчас есть уже вторая с фейдерами здесь такими. И у нее формочка немного другая, такая более плавная. Значит, что еще здесь есть? Что здесь есть? Pitch. И модуляция. Как будто некоторые частоты она срезает. Ну вот, и ну, в целом клавиатура мне нравится. Ни один трек на ней был написан мною. Ну вот, три октавы. Такое среднее, что-то между большой и маленькой MIDI. Кнопочки. Удобные, большие. Ну, то есть, вообще... легкая, ничего лишнего.